Прежде всего, перед нанесением краски необходимо тщательно подготовить поверхности. Завершающий этап работ по выравниванию стен лучше производить, используя готовую шпаклевочную гладь, например, акрил Putz Finish. Благодаря специальным наполнителям шпаклевка просто наносится. А после высыхания образуется крепкое снежно-белое покрытие, которое легко шлифовать. Как результат, мы получаем идеально ровную поверхность. Прогрунтовываем стены. А вот для последующего окрашивания мы используем цветную интерьерную краску «Снежка Нейча». Благодаря инновационному компоненту Teflon Surface Protect в краске полученное покрытие является устойчивым к загрязнениям, легко моется и сохраняет свой первоначальный цвет. А это очень важно для таких помещений, как балкон или кухня. Благодаря широкой цветовой палитре можно создать уникальный тон, который подчеркнет неповторимую индивидуальность именно вашего интерьера.